Всем привет! Здесь мы на этом объекте занимаемся тем, что оборудуем склад под оптовую торговлю текстилем. Выглядит он следующим образом. Это экономичный вариант, поэтому здесь стандартная крыша шиндель, а снизу мы подшили просто ОСВ-балочки. Это обычный фибоблок. Но здесь наше уникальное предложение в том, что мы взяли просто обычный фибоблок, замешали латексную краску и затонировали ее. Там оригинальный серый цвет, тут зеленый. И получается, она не маркая, она не мажется. Отличное место для того, чтобы складировать любую продукцию. И она великолепно выглядит и очень бюджетненько, очень бюджетненько. Вот так вот выглядит наш складик. И здесь такой фокус, что мы ложим плиточку в шахматном порядке. Потому что, чтобы совсем уж не был наш склад каким-то пустынным и скучным, решили поиграть в полом. Натуральный цвет ОСБ, он не будет ни краситься, ни лакироваться. Натуральные двери, они дают какую-то небольшую теплоту. Ну и минимум дизайна — это плиточка по диагонали, шахматная доска. Электрика здесь вся будет ложиться сверху, то есть, поскольку это склад, здесь особой эстетики нет, здесь будут обычные лампы дневного света люминесцентные, и мы раскидаем просто поверху в гофре красивенько электрику, и вот такой маленький низкобюджетный склад. Получается у нас стоимость такого склада полностью под ключ будет стоить в районе 450-480 евро за метр квадратный. Будет он выглядеть вот таким образом. Здесь у нас декор. Это церезитик. Обычная ветровая доска. Простая. Обычные жестяные водостоки. ПВЦ окошки.